Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И я вас поздравляю с надвигающимся, с наступающим Новым годом 2018. И в преддверии Нового года я хочу презентовать вам наборы, которые подготовила компания Oriflame в каталоге номер 17. И я начну с этих очаровательных коробочек, которые уже специально в подарочных таких красивых орнаментах. И посередине белое окошечко для того, чтобы здесь можно было написать, для кого этот подарок и пожелание какое-то. И в первой коробочке это мужской набор для ухода за телом. Это очень необычный набор. Это пилочка для ног, специально такая металлическая, мужская, черная, брутальная. И очень необычная вещь, вы удивитесь, это не шарф, это не повязка набедренная, это полотенце специальное, отшелушивающее, оно такое грубое, и его просто прям на сухую можно потереть кожу, и на черном будет прям видно, как мертвые клеточки отшелушиваются. И также можно использовать и во влажном состоянии, я знаю, что в турецких банях это очень популярные такие рукавички бывают отшелушивающие, а это целое мужское, красивое, классное полотенце. Это у нас первый набор. Следующая коробочка у нас для девочек. Набор для того, чтобы быть красивыми и быть в тепле. Очень красивая шапочка. Мелкая вязка, одношовная. У шапочки есть такой вот ободочек красивый, и она такая длинненькая. Я одену ее, конечно, мне неудобно, то, что у меня косы. Но, скорее всего, она мне будет, наверное, даже маловато. Нет, она мне мала. Чувствуете, да, правда? Еле-еле я ее натягиваю. Ну, вот как-то так. Просто, чтобы вы имели представление, как это выглядит просто в деле. Ну, мне вот не очень это подходит, я чувствую, но я в принципе шапочки не люблю. Я люблю капюшоны. Я вам покажу рукавички. Мне очень понравилась такая вязаная, мягенькая, как кашемировая такая пряжа. И несмотря на то, что очень тоненькая, то есть достаточно тоненькая, очень теплая. Вот размер. Моя рука, она не слишком крупная, у меня рукавички прям как раз. То есть это не на крупную руку, на такую девичью. Это у нас второй набор. А я вам сейчас покажу еще для мужчины сразу косметичка в серых тонах. Низ, дно под кожу, на молнии, там внутри у нее кармашков нет. То есть один отдел, большой один отдел. Это такая мужская простая косметичка дорожная. Что-то у нас еще в коробках. Это что-то интересное. Запечатано. Ага, это маникюрный набор. То есть его можно повесить как шарик. Я не буду распечатывать. Так видно. Можно повесить на елочку, как шарик, такой прозрачный. И здесь у нас входят две пилочки, яркие, красные, такие перламутровые. Палочка, которая удаляет кутикулу, отталкивает. И щипчики, то есть металлические, прям классные щипчики. Во второй коробочке у нас, я думаю, тоже шарик, уже догадалась. Да, это он. И здесь у нас набор для ухода за ногами. Пемза, щеточка. Очень такая хорошая, с удобной ручкой. И разделитель для пальчиков. То есть, да, делаем вот маникюры. Ну, знаете, это просто очень оригинально. Я такого еще не видела ни у кого, таких оригинальных подарков. Думаю, будет пользоваться популярностью. Так, следующее, что я вам хочу показать, это набор, который мне был наиболее интересен. Я уже примерила кольцо. А вот у меня безымянный палец размер 16-16,5. И вот он мне прям сел идеально. Но что здесь интересно, это кольцо не замыкается. Его можно чуть-чуть будет растянуть, то есть если вам оно будет маловато, например. Или чуть-чуть сжать, если оно вам будет великовато. Но вот мне село прям идеально. Бесподобные красоты серьги. Просто они такие красивые, объемные. То есть именно такие, как я их и представляла, вот это богатый кристалл зеленого цвета и цепочка, тоже удобный размер. Сейчас очень модно, когда цепочка прям под горлышко, здесь она небольшая, такая капелька. Ну, конечно, у меня сейчас наряд не очень подходящий под эти украшения,
я в такой зимней теме, колечко снимаю. Есть еще у нас серьги под золото и усыпаны белыми кристаллами, то есть такое богатство, все играет, играет, играет. Это под вечерний наряд. И роскошный набор с жемчугом. Это цепочка, очень богатые такие веточки переплетаются друг с другом, и жемчужины завершают вот эту вот композицию, и она просто выглядит очень дорого и богато. И маленькие сережечки в форме гвоздики, сережечки-гвоздики, очень красиво. И отдельно идет колечко под белое золото и с тремя кристаллами. Тоже примеряю. Ну, также оно мне оказалось как раз так оригинально и здорово смотрится. Мне понравилось. И вышли у нас новинки. Для губ специальный праймер. Для того, чтобы перед тем, как нанести помаду, подготовить губы, чтобы они были идеальны. У нас всегда был праймер для кожи лица, под тон наносить. Теперь еще будет праймер для губ. Вот это я возьму обязательно. Потому что я считаю, что губы — это самое главное в девушке. Брови и губы. И вот если губы накрашены идеально и помада лежит хорошо, то это всегда на 5 с плюсом. В этом каталоге у нас радостная новость. Тушь 5 в одном. В новом дизайне. Обратите внимание, какая красивая красная упаковочка. Обратите внимание, цена всего 199 рублей в каталоге. Конечно же, я обязательно возьму себе эту тушь, потому что она моя любимая. У нее идеальная кисточка для того, чтобы сделать ресницы густые, длинные, прокрашенные и подкрученные одновременно. То есть она многофункциональная, уникальная кисточка, запатентованная компанией Oriflame. И еще у нас такая палетка. Вы видите новый дизайн, The One палеточка для губ, здесь помады, блески. У меня была в предыдущем дизайне такая палетка, и осталась ей настолько довольна, что я думаю, что я себе закажу и эту. Потому что здесь очень стойкие помады, хотя и как они считаются блеск помады, но очень стойкие. И остался у нас еще один элемент из аксессуаров, это такой плед палантин, да, так скажем. Всего можно используется просто как для тепла, например, закутаться. Но это настолько красивая ткань, богатая по ощущениям. То есть для тех, кто любит мягкие, нежные, теплые, согревающие ткани, это то, что нужно. По размеру, посмотрите, вот какой он большой. То есть он квадратный, и его можно каким-то образом оригинально накрутить на себе. Я, мне кажется, в зеркало это сделать трудновато. Как-то замотать. Как-то замотать. Туда накинуть. Можно подвязать поясом даже, я так думаю. Да, то есть закрутиться, замотаться. Одеть, например, длинную юбку или брюки какие-то стильные. И это подчеркнет вот какой-то такой вот стильность вашего гардероба. И это очень тепло. Это очень тепло и уютно. Если честно, мне даже его не хочется снимать. Настолько он классный. На этом наш обзор закончен. Спасибо вам за внимание. Желаю вам классного завершения этого года. И чтобы новогодняя ночь была яркой, запоминающейся. И чтобы вы получили много подарков. И сами дарите. Чем больше вы дарите, тем больше получаете. До встречи. Пока-пока. С вами была я, Лилия Донскова.